Народ, ну что, привет, мы в Дубае Молле, сейчас вечер, и будем показывать вам сказку. Просто сейчас замолкаю, перевожу камеру, жду ваших лайков, комментов, смотрим. Вот это круто. Нам сейчас будут свистеть, куда мы пойдем, давай будем. Да, нам сейчас будет куда-то там нужно пойти, давай пока покажем, смотрите, Бурдж-Халифа. Самое большое здание в мире, находится оно в Арабских Эмиратах, в Дубае. Ой, дай пока эту красоту покажу. А, окей, хорошо, идем. Нам сказали идти туда, пошли, да. Пошли, пошли. Главное не задерживаться, я так поняла. Ух ты! Блин, столкнулась с какой-то бабой. Короче, толпа такая, нужно это, нужно аккуратнее стоять. Вот, сейчас должно быть шоу фонтанов, и, наверное, нам придется положить, потому что, знаете, здесь играют популярные мелодии, особенно из Джеймса Бонда, типа Skyfall. Но YouTube, конечно, забанит, потому что у нас нет прав на это, а права будут стоить дорого. Сейчас перевод. Идти. То есть нельзя остановиться и смотреть, нельзя сфотаться даже, потому что период, сами знаете, какой. Я думаю, сейчас, дистанция, когда забьется, народу они остановят и будут куда-то в другой. Ага. Видишь, потому что же надо как-то. Ну да, наверное. Как смотрите, это? Народ, ну как? Красиво? Ой, Бурдж-Халифа. Девушка идет в красивом платье. Сзади, повыше подними. Похоже, не могу, потому что у меня шнур просто. Видишь? У меня мобилка на подзарядке стоит. Красота. Красота. У Наташи даже красота. Даже спряталась, да. Чтобы показать красоту девушки. Ставим лайк. Смотрите, вышли мы из Дубая Молла. Наташ, держи меня, то сейчас стукнусь с кем-то. Месяц на небе, боже мой, это сказка какая-то. Все время посвистывают, боже, раньше такого не было. Мы сейчас идем по свистку, по загону, как какие-то, не коровы, знаю. Да, какие-то коровы в загоне. Ну и куда нам можно уже не знаю, куда, мы в толпе вообще. Вот, люди остановились, а охранник говорит, нет, уходите. Я хотела здесь встать. Да, мы уже опоздали здесь встать. Идем дальше. Нельзя, пошли. Как это мы так это промахнулись? Давай здесь вот можем встать. Опять новые темные серии. А, понятно. Я думала наоборот, возле черного можно встать. Народ, пока непонятно, где вообще можно встать, чтобы посмотреть шоу фонтанов. И даже, я даже не знаю, через сколько оно будет. Раньше мы знали расписание, а сейчас что-то как-то вышли и не спросили. А вон, так что, можно туда заходить? А как спросить? Не знаю, а куда? Ой, пальмочки какие в этом. Здесь можно стоять. В смысле стоять? А что же мы здесь увидим? А все, тут нельзя стоять, я так понимаю. О! Чего оно такое? Я не знаю, где можно стоять вообще, непонятно. Смотри, там все люди стоят. Давай пока здесь постоим. Давай, спросим. Пока. Оденем хоть один охранник. Смотри, смотри. Хорошо, иди, вот иди здесь, ты, Наташа. А если перед нами? Стой здесь, бегом. Все. Это еще вот. Ну, если перед нами ставят, значит, стану что же делать. Вот, посмотрю на Наташу, посмотрю на красивую девушку. Видишь, не зря он открыл. А? Да. Все, стоим, не двигаемся. Да. Стоим, не двигаемся. Так я же тебе сказала, бегом заходи и стань. Ну, да. А ты такая, где, что? Да надо быстро здесь места занимать теперь. Где что уже не катит. Так, народ, ну еще раз понаслаждаемся. Новогодняя елка, да, будто бы. Да, возле бордюра стоять не разрешают, нам еще классные места достали. Вот, только Yellow Box, follow Yellow Box. Так... Мы счастливчики, что мы так взобрались. Смотрите, видите, все стоят на Yellow Box. Дальше, ближе, нам еще такое переднее место досталось. В общем, как вы поняли, я выключу, наверное, музыку, которую поставят дубайские фонтаны, и включу какую-то нашу музыку, которую можно бесплатно скачать с YouTube. А мы все ждем в ожидании. Сейчас уже. Сейчас я тебе скажу, без 5-9, наверное, в 9 будете. Боже, посмотрите. Только открыли квадратики, мы были первые, смотрите. Просто все заняли, все заняли. Да, и перекрыли, больше никто не идет сюда. Короче, народ, свезло. Так что мы хорошо стали. Мы очень хорошо стали.
удалось быстро убежать, занять квадратик. А мы помним, что стоят в квадратиках люди, но мы думали, что ближе, потому что раньше стояли просто у забора, облокачивались все, толкались локтями. Ну, вы знаете, что происходит в мире, и, по крайней мере, мне удобно стоять, что я могу сказать. Мне удобно, что возле меня никого нет, никто не кричит на ухо, никто не курит, не сует свой мобильный телефон. Ну, в принципе, да. Ох, насладимся видом, водичкой. Тут, кстати, бывает еще такие кораблики прогуливаются, когда фонтаны, это стоит отдельную плату, можно покупать на сайтах, но, честно, я не помню на каких. И красота какая! Главное, что радует, никто не кричит, не снимай, не снимай, да, Анташ? Это приятно. Вот, сейчас ждем, пока начнется это волшебство. И увидите уже дубайские фонтаны. То увидели русановские фонтаны. Наташа тоже будет снимать. Увидите дубайские. Привет! Ну, мы очень счастливы, что мы попали сюда. Очень любим Дубай. Мега красивый город. О, похоже, show must go on. Ты такое, все замерли. А, кто-то хитро пытается подойти возле Наташи. Вот он. Наташа говорит, это все, ну вроде да, как бы, ну, 5 минут там или сколько там.
пару минут, так и нормально. Музыка, кстати, была, я такой не знаю. Может, смотрите, я и не стерла ничего. А ты слышал, что он сказал? Что? Все очистили территорию. Ну, пошли очищать территорию. Очищать территорию пошли. Давай спросим деду. Все, идем мы очищать территорию аккуратно. Даунтаун, нам идти дальше. Все, давайте. Thank you. Что это было? Ну, такие фонтаны, вот, потому что очень много людей, и период такой, что нельзя, чтобы они стояли рядом. А сколько это минут-то прошло? Да, минуту две, походу. Или, так, ну, 21:04 у меня. Ну, 4 минуты, мне казалось, 5 минут. Боже, мы все даже не поняли, что это было. Боже, ну, мне красиво, я довольна. Мне красиво, я тоже довольна. И, кстати, музыка, ты заметила? Возможно, эту музыку не заблокируют. Ну, посмотрим, посмотрим. Мы, было уже видео на канале, мы там показали шоу с фестиваль Сити. В общем, посмотрите обязательно, и там музыка, которую не заблочили, и шоу просто супер, посмотрите. Извините, я тут просто увидела кофеек и кунафу. Тебе же сказали, иди не останавливаться. Да какой кофеек и кунафа? Ты что, смеешься? Иди, не останавливайся. А, все, а тебе сказали. Ты денег не хочешь никакого, тратить? Никакого кофе. Нет, он говорил останавливаться. Так, а мы сходим обратно в молл. А он сказал, что... А, вот так обходить. О, какие пальмы красивые. Ну, наши дорогие подписчики, пройдемся, пожалуй, с нами. У нас есть своя цель, мы должны как-то это обойти. Да, мы пойдем попробуем обойти. Смотрите, сколько народу. Я скажу так, вообще людей еще пока мало. То, что было, мы шли вот так вот как-то в кучке, мы не еле передвигали ногами, и это вообще... Sorry, officer, downtown. Окей, thank you. Все, downtown, мы идем по правильному пути. Значит, идем вот там. Наташа, ты иди. Первая. Я тебе руку на плечо положила и ногами шевелю, чтобы ни с кем не столкнуться. Все. Красота какая, целая. Такая ж, да. Когорта национальности, я тоже сняла, такие девушки и мужчины были в красно-белых. Может, Спартак приехал играть, не знаю. Так, куда нам? Надо офицера спросить. Нам нужен центр города. Наташа уже поняла, что нас здесь не пропустят. Никого не пропускают. Всех пускают, все идут в мол. Ой, споткнулась вот об эту штучку. Вот аккуратно надо. Сейчас посмотрим. Женщина говорит, я там живу, а он это не пропускает. Надо сказать, что мы там живем как-то. А как же нам даунтаун пропустил? Пропустил. Ну это он ее пропустил, что же она сказала? Ну мы что же скажем, что мы сейчас здесь живем. Ну нам надо как-то отсюда выйти. Так, давай. Слушай, столько людей реально. Это, наверное, какая-то делегация приехала. Может, китайская. Ага, мы тут не выйдем, а как же нам выйти? Сейчас спросим. Hello. Downtown. Downtown. You live in downtown? Yeah. From that side. If you're a security there, we open the door. Thank you. Нам сказали, если вы живете в даунтауне, нам. Окей, thank you. В общем, сказали, что если мы живем в даунтауне, мы скажем сейчас, что мы там живем. Не, они хотят еще карту какую-то показать. Нам откроют. У нас нету карты, что нам делать? Ничего, скажем, мы живем в даунтауне. Давай попробуем, боже мой. Ну попробуем, ну не пропустят, нам же сказали. А как же нам пройти? В чем проблема? Ну тогда пусть нам рассказывают, как пройти. Окей, давай. Мне бы еще камеру спрятать, потому что вообще-то как бы... Only residents are allowed from... А как another way? Can you please stop video? It's stop video. Ну, в общем, понятное дело, что я была с камерой, видно, что мы снимаем видео, поэтому мы как бы не живем здесь. Глупо было врать. Нас послали сюда к security, сказали, security вас сейчас... В общем, выведет, куда вам надо, но что-то я в этом не уверена. Странно, что нельзя попасть в центр города через обычный проход. Почему нельзя? Ну, как бы людей-то немного. Мы сейчас попробуем загрузить интернет и посмотреть карту, как пробраться. Да. Но особенно там пробираться нечего, это обыкновенная доступность. Ну, это вообще вот здесь вот близко, но видите, все пути заблокированы. И охранник сказал, выключайте камеру, не снимайте меня. Ну, имеет право. Он такой потный, он некрасивый был, поэтому, конечно, я тоже попросила не снимать. В общем, сейчас идем по молу и попробуем понять, как нам выйти в даунтаун. Ну, не поверите, народ, снова возвращаемся по этому же пути, по которому мы пришли. Спросили у охранника, у секьюрити два из них сказали, что туда же и налево. Так что, снова на эту же красоту, куда мы выходили, но не направо к фонтанам, а налево. Пойдем как раз вот налево, мы и не ходили, и вам покажем в обход. То есть туда вот все
Фонтанная, все шоу, а нам налево. Так, тоже тут много людей, главное не столкнуться, все такие раздявочки, все снимают, все фотографируют, очень круто. Ой, какие пальмы классные, погонючие. Да, вообще сейчас ближе их покажем. Вот, не знаю, отсюда фонтаны видны или нет, но... О, смотрите. Вот это мы удачно вышли. Вот вам и шоу. Ух ты, круто вообще, да? Такого не было раньше, Наташ, мы такого не, раньше не видели, такого не было. Уже как могут. Классная музыка тут носилась из этой колонки, вообще классно, вообще здорово. И главное, все стоят, снимают, все хорошо. Да, никто не кричит, выключите камеру, это очень радует, потому что снимать это надо, можно, нужно показывать, нужно привлекать туристов, чего мы прекрасному Дубаю и желаем. Сейчас покажем вам несколько инстаграмных фоточек, и сейчас подождите, пальмочки, конечно же, смотрите, какие-то бриллиантики прямо, наслаждение, гулять здесь, вот представьте, здесь действительно погулять, вот так вот идешь и гуляешь, это класс. Кстати, ты заметила, что вы плавали вот эти буквы? Да, я уже сказала, что шоу кораблика вообще нету. Не шоу корабликов, а кораблики плавают, когда идет на фонтанчике экскурсия. Нету. Кстати, Имар – это крупный застройщик, да, в Эмиратах. И когда было шоу, везде Имар, Имар и надпись Имар мелькала и на Бурдж-Халифе. Ну все, идем на инстаграмные фоточки. Все, пошли. Кстати, ходят люди такие, вот видно, что местные ребята, волонтеры в зеленых жилетах, каждому подходят и говорят, масочку, пожалуйста, оденьте, это важно. Это важно для вашего кошелька? Да, для вашего кошелька, просто могут оштрафовать. А вот сердечко, мы идем показать вам сердечко, такая инстаграмная фоточка, все любят здесь фоткаться. Вот всего лишь куда нам-то нужно было пойти, а мы обошли целую кучу шагов через мол. Ну, не знаю, сердечко выпуклое, это уже показывали. Вот, I love Dubai. Вот. Пацанчик сейчас фотографироваться будет, умничка. Я тоже love Dubai, такое сердечко. Я не знаю, почему оно такое выпуклое, но люди показывали уже. Сейчас мы сердечко обойдем. То есть все говорят, это все самая лучшая супер инстаграмная фотка. Сердечко, Бурдж-Халифа. Не знаю, как вы должны так стать, чтобы сфотаться, ну, как-то вот так вот, наверное. Вы сердце Бурдж-Халифа. Ну, красиво, красиво, ничего не могу сказать. Что? Выстрел на вылет. Ну, как это понять? Это так влюбиться в Дубае, что выстрел на вылет? Понятно, ну, интересно. Ну, по крайней мере, задумано классно. Этого здесь не было 2,5 года назад, когда мы были последний раз в Эмиратах. Ну что, вот такое сегодня вечернее шоу фонтанов. Кстати, ну, на Руслановке фонтаны тоже интересные. Посмотрите, видео обязательно оставлю в описании. Вот такая шикарная Бурдж-Халифа, Дубай Молл и инстаграмная фоточка сердца. В общем, всем желаем попасть в Дубай, всем желаем всего лучшего, добра, денег и здоровья. И здоровья. Всем пока. Пока.